TIS. Видеорегистратор. Откройте приложение DVR. Это клавиша остановки или начала записи. Также можно делать моментальные снимки. Это настройки ADAS, которые обрабатывают съемку видеорегистратора в режиме реального времени. На основе определения вашей текущей скорости движения формируются своевременные напоминания. Следует обратить внимание, напоминание об отклонении от полосы движения происходит, когда на дороге есть разметка и если ее пересекает ваш автомобиль. При движении в ночное время чувствительность становится ниже, так изображение становится темным. Здесь вы можете просмотреть записанное видео. Здесь находятся настройки видеорегистратора. В этом окне можно настроить яркость дисплея видеорегистратора. Это клавиша включения записи звука. При помощи клавиши слева можно быстро заблокировать текущее видео, тем самым предотвратив возможность автоматического удаления. Так как после заполнения microSD-карты самые старые записи удаляются, то после блокировки запись будет защищена от удаления.